Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия». Мужчина, который требовал направить борт «Сургут-Москва» в Афганистан, задержан. Напомним, захваченный пассажиром самолет компании «Аэрофлот» сел в Ханты-Мансийске, после чего в его салон поднялись представители силовых структур и вывели предполагаемого захватчика. По неофициальной информации, задержанный оказался в алкогольном опьянении. Пока не ясно, было ли при нем оружие. На данный момент все пассажиры, а их 74 человека, размещены в зале ожидания Ханты-Мансийского аэропорта. Самолет дозаправят и отправят в пункт назначения, в город Москву.